Пока природа еще не определилась со временем года, а весна уже пришла в Лопатинскую школу. Яркие краски детских рисунков и поделок напоминают о том, что скоро появится зеленая трава, первые цветы, и солнце станет верным спутником каждого дня. В своих работах ученики начальных классов отразили все свои представления об этом переходном сезоне между зимой и летом. Все расцветает, все становится ярче, появляются разные краски, и начинают больше людей выходить, гулять, и становится теплее. В рамках проведения декады прошли выставки декоративно-прикладного искусства, открытые уроки, классные часы. Ребята узнали много интересного о весенних традициях, рассказали об истории своего родного населенного пункта, а на активных переменках развлекали друг друга национальными играми разных народов. Наши педагоги стремились максимально заинтересовать ребят, привлечь к активному участию, и каждый ребенок имел возможность раскрыться и реализовать свои творческие, интеллектуальные возможности и проявить умение сотрудничества друг с другом. На своих открытых уроках и классных часах педагоги представили свое уникальное видение подачи учебного материала. Украшение любого весеннего сада «Нарцисс» помог ребятам из 3 Г запомнить нужную информацию. Мы сегодня узнали, вот, например, если нет существительного, прилагательное есть окончание «ой», «я», и все другое. Героями классного часа в 3 А стали сразу несколько известных людей разных профессий. Ребята с удовольствием слушали и даже подсказывали учителю в некоторых моментах, потому что хорошо знакомы с историей двух одноклассниц Наташи Масловой и Нади Рушевой. 3 класс знает с 1 класса. На дни рождения ребята получили в подарок с автографом автора каждый по этой книжке. Графика Нади Рушевой. Это известная художница. В этом году ей исполнилось бы 70 лет. Но, к сожалению, она прожила всего 17, но успела написать больше 10 тысяч картин. Завершилась весенняя декада интерактивным концертом-флешмобом «Дружат дети всей земли». Ребята из начальных классов энергично и весело пели и танцевали вместе с популярным детским композитором и поэтом маэстро Семеновой. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.